Наверное, после Нового года самый яркий и фантазийный праздник – это Хэллоуин. Можно издеваться над соседями, издеваться вот над такими вот тыквами, вешать везде паутины и пугать друг друга. И сегодня весь Волгоград отмечает Хэллоуин, ряженая нечисть ближе к полуночи начала стекаться в клуб News Pub. Наверное, там сейчас до жути страшно. Вообще, я, короче, была этим вампиром, вот, но потом я сняла клыки и сейчас типа ведьма, короче. Ну, что-то наподобие. Много крови сегодня уже выпили. Ой, очень. Кого успели убить? Двух человек. Двух охранников. Что ж так мало, там народ-то много. Да мы сюда. Мы только пришли. Сюда. Да, мы только пришли, да. Поэтому так вот получилось. А я кошка, я всем перехожу дорогу, у всех происходит несчастье. То есть вы сейчас нам перешли дорогу, у нас тоже несчастье будет? У тех она любит, кого любит. Кого любит, того, да. Тем, наоборот, счастье приношу. Ты врач? Я врач. Кого ты убил сегодня? Это остается моей маленькой тайной. И часто вот так вот неаккуратно получается у тебя медицинские процедуры? Да, очень часто. Ты что-то ампутировал? Как ты угадала? Оказывается, авторством такой тусовки мы обязаны прежде всего кельтам. 2000 лет назад их племена занимали почти всю Европу. Милые были люди, после каждого боя отрезали своим врагам головы и отказывались менять их на аналогичное по объему количество золота. И дело тут совсем не в благородстве. Кельты верили, что душа человека живет в голове, и оставь врага с ней, то есть с головой, а живет же. Скажите, вы ангел или Мальвина? Мальвина and ангел. Сегодняшний праздник, наверное, это сочетание любви и счастья. А почему все считают, что Хэллоуин – это праздник страха, а вы считаете, что это праздник счастья? Это праздник счастья, да. Потому что это праздник радости, по крайней мере, у нас здесь, в нашем замечательном клубе. В связи с такими нравами Новый год кельты справляли не менее своеобразно. Приходилось событие на ночь с 31 октября на 1 ноября. Зима сменяла лето, а ночь сменяла день. Открывалась граница между мирами живых и мертвых. Один из своих главных праздников кельты проводили в стремлении стать страшнее нечистой силы и таким образом отпугнуть ее. Готовили еду для духов, жгли с друидами костры. А вот дальше с праздником и его идеологией начинается путаница. В 1 веке римляне завоевывают территорию кельтов. Видимо, забыли кому голову отрезать. Начинает распространяться христианство. Жители островов Британии и Ирландии вынуждают отказаться от языческих обычаев. Но до конца искоренить прежние верования не удается. И в 7 веке папа Бонифаций утверждает 1 ноября как День всех святых, надеясь, что новый праздник выиграет конкурентную борьбу с прежним. В результате традиции смешиваются и постепенно формируется тот самый Хэллоуин, который знаком нам сейчас, с его шутливо-добродушным отношением ко всякой нечисти. Thank you.
И все строители такие. Да, исключительно. До рассвета нечисть веселилась в клубе «Ньюспаб», затем разбрелась в неизвестном направлении. Отправиться по следам жутких созданий мы не решились. Не стоит их злить, все-таки Хэллоуин, мало ли что может случиться. Господи милосердный, защити меня. Анна Древнева, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение. Волгоградский институт бизнеса и Мадридский университет открывает уникальную программу двойного диплома. За разумную стоимость ты получаешь российский диплом, диплом Мадридского университета, признаваемый во всем мире. Звоните 544-744.